Хочешь стать владельцем перспективного бизнеса, но не знаешь как? Решение есть. Становись дистрибьютором компании G-Time Corporation. Рекомендуй и реализуй часы марки «Луч». Становитесь лучшими из лучших. Будьте в числе лучших и финансово обеспеченных людей. Радость и мечта, ты счастье, что свалилось мне на плечи. И я благодарю вас, небеса, за дивный миг, волнующий той встречи. И я благодарю вас, небеса, за дивный миг, волнующий той встречи. Что свалилось мне на плечи. G-Time, G-Time, мечта. G-Time, G-Time, успех. G-Time, G-Time, ты радость, ты счастье, что свалилось мне на плечи. Хочешь быть богатым и счастливым? Приходи сюда скорее и ты. Удиви своих родных и близких, счастьем и радость подари. Своих родных и близких счастьем и радость подари. G-Time, G-Time, мечта. G-Time, G-Time, успех. G-Time, G-Time, ты радость, ты счастье, что свалилось мне на плечи. G-Time, G-Time. Партнеры, уважаемые наши будущие партнеры, уважаемые гости, сегодня у нас в Алмате мега-событие, происходит замечательное, сегодня, на сегодняшний день, один из приятнейших моментов в компании G-Time Corporation. Сегодня наш партнер из Самары, из России, не говорящий, Олег, получает машину. Давайте похлопаем этому хорошему моменту. Причем получает, сегодня, на сегодняшний день, это уже... Вообще в компании за почти 11 месяцев 92-я машина. 92 машины за 11 месяцев. До 27 марта, до года, как стартовала автопрограмма, еще целый месяц есть. Месяц еще 2 дня. Мы больше чем уверены, что будет уже 100 с лишним машин. И компания дает возможность зарабатывать всем. Не только Казахстан. Это Россия. Самара приехала получать машины именно в Казахстане, именно в Алмате. Большая команда есть у нас вот в ближнем зарубежье, вот с Глумиром у нас. Но перед тем, как вручить ключи от автомобиля Олегу, мы хотим сделать тоже еще один приятный момент. Приехали наши партнеры из Караганды. Вы видите в наших руках их сертификаты. Деньги им перечислили на карточку, на текущий счет. Но они сами сегодня приехали, изъявили желание посмотреть офис, посмотреть автосалон. И вот они сегодня здесь. Как говорится, в нужное время нужно оказаться в нужном месте. Поэтому, Айнаш, я вас поздравляю. Знаете, первый регион, он бывает всегда немножко тяжеловатый бывает, потому что это первый проходец. А второй, третий, без лишь алтынши, зрандап кетит. Поэтому пусть это ваш будет первый, но не последний миллион. И я хочу дать слово топ-лидеру компании G-Time Corporation Гульмире Садыковой. Мне очень приятно. Вдвойне, как говорится, именно наш партнер сегодня получает из Самары глухонемой. Они на это не обижаются, когда мы так говорим, потому что в самом деле, видите, я всегда говорю, если они могут, нам грех жаловаться. Я рада, что вы вот сегодня приехали, молодая команда, молодежи у нас много, и все возраста у нас работают в нашей компании. И вот я тоже, Ермек, хочу от души вам вручить ваш сертификат. Не останавливайтесь после этого. Машина, квартира, все в ваших руках. От всей души вас поздравляю. Ну и переходим ко второй части марлезонского балета, да? Как вот я сейчас хочу пригласить тоже нашего лидера
Это Хуан Жага, вы тоже наш лидер. Он у нас лидер, вип-лидер, проходите. Вип-лидер, это вице-президент. По греко-римской борьбе среди вот неговорящих. Это наш Хуан Жага. Алла Гурсова тоже будет машину получать? После Олега будет получать он будет у нас в команде. Вот, да. И давайте ко второй части, приятной части, тоже не менее приятной. Вы знаете, действительно, вы, больше 1000 человек работают у нас в компании, именно неговорящих. И вот сейчас правильно Гульмира сказала, если у них получается, нам грех жаловаться. Аллаху шукур, у них мужчины забирали ворнда. Они вот не умеют, не говорят, не слышат, но тем не менее у них есть такая хороший козырь, которым они бьют нас. Они говорят, мы не слышим, но мы умеем слушать сердцем. Вы слышите, но не умеете слушать. Это на самом деле так. Вот нам, да, нам бы позавидовать их желанию, стремлению, их желанию работать, их позитиву. Если мы все будем такие, да, то у нас вообще будет все замечательно. Поэтому здесь тоже стоит человек, который вложил тоже какую-то свою лепту в этот бизнес и в эту компанию. Сауле? Сюда ближе, да, потому что будут подойди, снимать, чтобы неговорящие тоже увидели. Ну пусть она. Ну ладно, хорошо. Потому что, да. Давайте дадим тоже. Чтобы мы что будем говорить, что... Я благодарю нашу компанию. Благодарю, что мы можем здесь работать, мы можем здесь дружить, мы можем здесь общаться, только благодаря нашему спонсору Гульмире Садыковой. Она, благодаря ей, наша команда двух неслышащих сплощена. Только благодаря ей. Благодаря ей она это, организовывает все, старается наладить с нами связь, потому что мы все из разных городов. И я надеюсь, что мы в дальнейшем будем так же работать активно. Молодцы. И дружить. Если не будете работать, вы знаете, что мы с вами. Да. Я хочу сказать еще, Сауле, ты уже скоро получишь 1 500 000. Ты тоже это говори, это же на камеру. Будут смотреть же неговорящие. Она тоже скоро станет у нас вип-лидером после своего супруга Куана Жага. Вот сейчас я хочу... Видите, мы так волнуемся в самом деле. Вот сегодня 91-я машина, 92-я. 92-я. И вот знаете, очень приятно, да, это вот, знаете, я вот все-таки благодарю Аллаха, благодарю нашего президента Жанат Мурсиитовну, да. Вот у нас был сейчас промоушен, было всего лишь 5 кук. Но мы попросили, что у нас приехал наш партнер из России, из Самары. Наш президент Жанат Мурсиитовна нашла нам Форд Фокус, шестую, пошла, ой, Форд Куга, да, шестую, и сделала вот такой хороший подарок нашему первому обладателю международной, да, вот, команды из Самары, вот, Олегу. Он хотел белый, да, вот, все-таки у него вот в душе, вот, до такой степени они, да, вот, с чистой душой работают, поэтому как ему повезло. Захотел Форд Фокус, успел, Форд Куга, нашли джип, да? Захотел белую, нашли белую. Вот понимаете, все мечты наши здесь сбываются. Да. Поэтому, дорогие партнеры, от всей души всех вас поздравляю, потому что это победа и нашей компании, да, нашей команды. Потому что вот многие говорят, россияне, только вы казахстанцы получаете. Нет, при желании... Каждый, вот сейчас 58 стран мира работает, все в ваших руках. Вот после Куана Жага у нас идет сейчас это из России, Казань, сейчас Белоруссия пойдут. Все будут получать машины и квартиры. Все в ваших руках, не останавливайтесь, руки не опускайте. Это очень хороший бизнес. Чуть-чуть терпения и все получится. Скоро будем и акционерами, будут у нас заводы, сейчас вот и косметика будет, понимаете? Все наш президент делает для нас, для партнеров, все условия создает. Только мы должны идти людям, давать информацию, выбор за людьми самим. Если не хотят, не уговаривайте, просто ненавязчиво давайте информацию. И все получится. Поэтому, дорогой Олег, от всей души тебя поздравляю, твою семью. Вот сейчас его ждут. Тем более отсюда белый его Форд Куга прям до дома в Самару привезут. Понимаете, с логотипами нашими. И, пожалуйста, не останавливайся.
Вот теперь все тебе поверят, у тебя теперь будет большая команда. Он стоит тоже сейчас на пике лидерской лестницы. Это его второе бизнес-место, понимаете? Вот, машина вышла, у них тоже два места в лидерском, понимаете? Вот, все можно, все в ваших руках. Поздравляю, дорогой. Друг его тоже не в одной команде. Он на плече стоит, лидер. Вот, Дима, помоги лидерской, рукам. Да, лидер, он тоже будет скоро нашим лидером. Поэтому, Дима, ты все увидел, увидел офис, вы все увидели, да? Теперь только все в ваших руках, работайте. Еще хочу подчеркнуть, их вышестоящий спонсор, это вот Саулия, после нее идет Наташа. Наташа из Уральска. Она на 15 января, через 8 месяцев, на свое день рождения получила свои 1 500 000 тенге, понимаете? Она молодец, с ноутбуком ездит по всему Чечне, в Грозном подписала людей, в Дагестане подписала людей, в Абхазии, да, вот Самара, Уральск. Видите, географию они тоже захватывают. Поэтому, дорогие партнеры, удачи вам, не останавливайтесь, и пусть Аллах нас оберегает, нас и нашу компанию. Ну и самый приятный момент. Да-да-да-да. Ключи от 92-й машины Ford Kuga. И для сама. А, хорошо, Дима, два слова. Да, сама. Это он будет. Подождите, Саулия, сейчас он скажет. Саулия будет переводить. Саулия, вы сюда спасибо скажете? Вам. Спасибо нашей компании. Тайм. Мы не ленимся, мы будем активно работать. Спасибо большое. Ну и давайте для Караганды, для Самары, для Уральска. Для Козлорды. 3-4. Взлетаем! Супер! Взлетаем! Класс! Взлетаем! Высший пилотаж! Ура! 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 Можете поздравлять, целовать и так далее. Гульмира, вам пару слов. Скажите, пожалуйста, эти люди, которые приехали, наши партнеры получили, вложив только 15 тысяч тенге. Да, вложив всего 15 тысяч тенге. И человек по желанию может... Вот это, всего вот это. Подождите, подождите, пусти вот это. Всего это может достичь. И 5 раз, и 10 раз может быть. Жизнь тайм, ты радость, ты мечта. Ты счастье, что свалилось мне на плечи. И я благодарю вас, небеса, за дивный миг, волнующий той встречи. И я благодарю вас, небеса, за дивный миг, волнующий той встречи. G-Time, G-Time, мечта. G-Time, G-Time, успех. G-Time, G-Time, ты радость и счастье, что свалилось мне на плечи. G-Time, G-Time, мечта.